так. А, ну ладно. Нормально? Ну, здравствуйте, дорогие друзья и все замечательные люди, с которыми я не успел познакомиться. Я вообще себя бардом не считаю, я так чисто любитель. Но я сыграю вам песню. Молодец. Сыграю вам песню, написанную бардом по имени Александр Городницкий. Песня старая, многие из вас, наверное, ее знают. А мне ни та не снятся и не гали, ни поля родные, ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ух, не слабы, братцы, ух, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. Хоть по-французски я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее ногая, как нога, высокая нога. Мне нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? Все один и тот же сон мне снится, широко экранный цветной. И в жару, и в душу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. Большое спасибо.